готов выполнять свою привычную работу, а именно принимать и исполнять заветные желания маленьких иркутян Дедушка Мороз. В областном центре состоялось долгожданное открытие резиденции главного зимнего волшебника. Правда, есть один серьезный нюанс. В этом году, как и в прошлом, из-за непростой эпидемиологической обстановки пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой вживую не получится. Для этого будет предусмотрена лишь онлайн-связь. Поэтому, чтобы прочитать стихи и спеть песни главному зимнему волшебнику, маленьким иркутянам или их родителям, необходимо пройти по ссылке, скрытой в специальном QR-коде, расположенном в резиденции Деда Мороза в сквере имени Кирова. По опыту прошлого года, в этот раз работы у волшебника будет немало. Ежедневно Дедушка Мороз планирует принимать до 500 звонков, и продлится это до 7 января.